Кыргызская республика расположена в сердце Центральной Азии на традиционном великом шелковом пути, который соединяет Восток и Запад, граничит с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном, имеет доступ к рынкам на территории государств-членов Евразийского экономического союза, а также за пределами таможенной территории. Кыргызстан – независимое государство, входящее в число развивающихся стран, комфортное для жизни людей, с обеспечением защиты их прав, свобод и безопасности, многоязычной и доброжелательной внутренней средой, устойчивым ростом экономики и высокой привлекательностью для инвесторов. Свободная экономическая зона Бишкек – часть территории Кыргызской республики, на которой действует особый, специальный правовой режим осуществления экономической деятельности субъектами СЭС. Свободная экономическая зона Бишкек создана в 1995 году, имеет огражденную территорию общей площадью в 346 гектаров, самостоятельный бюджет, собственные органы управления и развитую инфраструктуру для осуществления возложенных целей и задач. В том числе на территории Национального выставочного центра бывшего ВДНХ в городе Бишкек на участке площадью 43 гектара в селе Акчи Алымдинского района Чуйской области в 10 километрах к северу от города Бишкек на участке площадью более 203 гектара расположен в 5 километрах от международного аэропорта Манас. В городе Карабалта Джаилского района Чуйской области 60 километров от города Бишкек на участке площадью 100 гектаров имеет доступ к железной дороге. В СЭС Бишкек создаются все условия для успешного бизнеса. Проведены все необходимые современные инженерные и коммуникационные сети. Безукоризненно работает связь, интернет, электричество, сточные отводы, очистные сооружения и газоводоснабжение. Обеспечена охрана объекта, а также высокий уровень безопасности ведения деятельности субъектов СЭС Бишкек. Здания и коммуникационные сооружения используются исключительно в целях привлечения прямых инвестиций путем предоставления в аренду. СЭС Бишкек предлагает следующие возможности. Низкая арендная стоимость недвижимости. Земельный участок для производственных и офисных помещений. Аренда помещений. Право на ввоз оборудования, сырья и продукции на территорию СЭС Бишкек. Нулевая ставка налога на прибыль в СЭС Бишкек. Нулевая ставка на имущество. Нулевая ставка на земельный налог. Одни из самых дешевых в мире водно-энергетических ресурсов. Получение всего спектра услуг сервисных служб СЭС Бишкек. Обширный рынок недорогой рабочей силы. Осуществление свободного вывоза капитала. На территории СЭС Бишкек находится банковское учреждение, обеспечивающее расчетно-кассовое обслуживание субъектов СЭС. В настоящее время СЭС Бишкек является одним из наиболее эффективных каналов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской республики. Благодаря особому режиму, благоприятствующему созданию и развитию бизнес-проектов компаний самого разного профиля, СЭС Бишкек успешно осуществляет деятельность инвесторы, в частности из России, Казахстана, Китая, Кореи, Афганистана, Ирана, Турции, Индии, Саудовской Аравии и других стран мира. В данное время на территории СЭС Бишкек осуществляют деятельность 330 компаний, из них 40% субъектов со 100% иностранным участием, 25% со смешанной формой участия, 35% субъектов со 100% участием местных инвесторов. Список производимой продукции в настоящее время доходит до 60 наименований. Размещая свое производство в СЭС Бишкек с учетом преференции и других преимуществ, вы получаете возможность снизить затраты на производство продукции, повысить конкурентоспособность предприятия, сократить сроки окупаемости инвестиционного проекта, уменьшить потребность в оборотных средствах за счет отсутствия необходимости уплаты НДС, таможенных пошлин, привозе оборудования, сырья и продукции на территорию СЭС Бишкек. Деятельность субъектов на территории СЭС Бишкек регламентируется законом о СЭС в Кыргызской республике, положением о СЭС Бишкек, соглашением по вопросам свободных, специальных особых, экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны. На субъектов СЭС распространяются гарантии прав инвесторов и защиты инвестиций, предусмотренные законодательством Кыргызской республики об инвестиционной деятельности. Добро пожаловать в СЭС Бишкек!